Напомним, в январе дорога на Карнолитово превратилась в настоящий каток. Виной всему стал прорыв канализации. Все, что находилось в трубах под землей, вышло на свет. При этом за последний год содержимое канализационных труб неоднократно выливалось на проезжую часть. Только в этот раз обычным устранением засора обойтись было уже нельзя. Определили для себя самое главное, то, что необходимо произвести замену участка канализационной сети, то, что она уже действительно пришла в негодность. Этим и, ну, с этим и связано срочка по времени выполнения работ, то есть сходу устранить засор не удалось. В кратчайшие сроки была просчитана сумма денег, которая понадобится на замену участка. И были установлены сроки проведения ремонтных работ. И вот уже 10 февраля на собрании депутатской комиссии по городскому коммунальному хозяйству замглавы города отчитался о проделанной работе. При замене нашли еще один, никто о нем не знал, еще один колодец полуразрушившийся. Вот и все. Это вся проблема была на сегодняшний момент. То есть колодец восстановили, новый коллектор проложили. Пока все восстановили, пока все работает. На замену канализационной трубы было потрачено 500 000 рублей. На сегодняшний день проблем с данным участком нет. При этом обещать, что подобных прорывов больше не будет, в администрации города не могут. Евгения Константинова, Максим Перелыгин, телекомпания «Соль ТВ».